И снова здравствуйте. Давайте в этом ролике, значит, соберем пару сцен. Значит, первая сцена будет именно приезд вот этого персонажа. Давайте залинкуем сюда. Значит, что тут есть? Так, находим. Опять вот это вот немножко мне надоедает. Уже вот эти вот перемотки. Где бы вот, ну, чтобы не было лишних файлов, было бы хорошо. Так, теперь, значит, все для железной дороги. И находим, значит, где она тут находится? Паровоз Рик. Так. Анимация под персонажку, прибытие. Так, вагон. Так, это понятно. Коллекция. Давайте залинкуем. И значит, все это дело теперь S увеличим. Увеличим под нашего персонажа. Так, тройка на нампаде. А ну-ка. Семерка на нампаде. Нужно перевернуть поезд именно под персонажа. Смотрим, где он тут находится. Так, стоять он будет вот на... Так, на вот этом вагоне, на втором. Так, подгоняем, смотрим, чтобы ноги его были, значит, на парапете. Так, и уводим это дело все в бок. Так, многовато. Вот, чтобы он стоял на этом постаменте, да? Так, есть такое дело. Теперь, значит, файл линкуем сюда станцию. Так, находим теперь станцию. Где она тут? Так, станция, да? Тоже коллекция. Так, теперь, значит, S увеличиваем станцию. Семерка на нампаде. А ну-ка, R, все это дело нужно будет перевернуть и подогнать, чтобы вот эти вот ступеньки были именно где он будет подниматься, да? Там нужно будет еще какие-то ступеньки удалить. Так, это значит ниже, ниже, ниже. Ну, где-то в таком духе должно быть. Так, смотрим, как он теперь будет подниматься. Видите, тут получается у меня, что на весу будет вот эта штука. Так, смотрим анимацию. Так, и подгадываем, значит, станцию под эту анимацию. А ну-ка, G. А ну-ка, и значит, оп. Так, получается, что и поезд, и станция чуть-чуть, значит, высоковаты. Так, тогда станцию нужно G еще приподнять и смотрим, что получится. Вот здесь должна быть верхняя ступенька у него, да? Так, получается, станция должна аж вот тут быть. Значит, ей надо делать еще SSS. Больше, больше, больше. И, значит, станцию уводить вот сюда. И поднимать. Так, а ну-ка. Нужно будет одну ступеньку ликвидировать. Так, или... Так, а ну-ка, смотрим. Раз. И, значит, он сходит с трапа. Так, здесь уже
нестыковка, да? Но наверху появляется очень даже ничего так. Так, и что получается, значит, если это дело вытянуть. Смотрим теперь G, подгадываем вот под это дело. G, уводим ее подальше. Так, так, так. И я опять не попадаю, значит, на персонажа почему-то, да? Так, персонаж стоит. Так, 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 а как же это все дело обыграть? Ну, давайте еще чуть-чуть ее сдвинем. Угу. G отведем. И приподнимем что-то до поезда, да? А ну-ка. Так, ну по двери он нормально, значит, да? Так, а ну-ка, если это дело припустить, а ну-ка смотрим. Так, да? Тогда можно уводить вот эту штуку вот так вот. Угу. И тогда нужно будет ее подвигать. Так, вообще не понимаю, что тут за фигня такая. Все было настроено, но файл я заменил старым файлом, и у меня получилась вот такая вот хренотень. Так, вот здесь должна быть первая ступенька, да? Тогда получается, это здание должно вот так вот отводиться. Угу. И тогда она должна быть приподнята, да, вот до таких размеров. И тогда, значит, вот он раз становится, и уже он никуда не попадает. Как это так может быть, когда раньше все попадало? Так, а ну-ка, G.
Так, первая ступенька. Первая, это три ступеньки он должен пройти. Значит, одна ступенька лишняя. А ну-ка, если это дело подвинуть вот так. Тогда заполняется нижняя ступенька вот этой штуки, да? Так, если это... Так, Ctrl-Z. Если уменьшить само здание, когда его приподнимаем, во насколько это все плоховато теперь выглядит. Вот где должно быть здание. И тогда это здание должно быть вот здесь. Так, и раз он так поднимается, то тогда здание еще должно вот так быть уведено. Так, и что получается? Раз. И чуть-чуть приподнято, да? Вообще здание не поймаю никак, бля. Это шиздец какой-то, а? Так, мне проще ступеньки, наверное, отделить и поймать вот эти ступеньки, чем вот все здание вот это вот водить. Главное, тут он на весу. Спускается-то он зачетно. Все это дело, главное, что работало. Так, и раз, два... Так, да, наверное, так, давайте файл сейв. Сейв as, значит. Плюс. Так, это потом удалим, и значит нужно найти станцию. Так, выбираем станцию.
Так, делаем пи, пардонте, делаем пи selection, object node, и значит так, вот эти, значит, delete, удаляем, так, а ну-ка, Ctrl-Z, не все выбрал, да? Так, теперь все это дело, значит, лавки с этой штукой объединим, Ctrl-J. Их пока, значит, delete. Сохраняем файл save. Вот это, значит, станцию. Возвращаем Ctrl. Так, Ctrl-Z. Делаем Ctrl-I и delete. И вот этой штуки тоже сохраняем файл save as, станция ступени, да? Даже нет. Лучше файлом на это импорт, экспорт, VBX. Так, и куда я это все буду сохранять? Ступени. Так, теперь опять же анимация персонажа. Так, не то. Приезжий с трапа. Вот, все, видите, что ступеней здесь уже нет. Зашибись, да? Нам нужно подогнать, значит, саму станцию под ноги ему так. Так, а сюда, значит, импортировать импорт FBX, значит, ступени. Делаем SSSSS. Семерка на нампаде, делаем R. Так, смотрим, насколько они не попадают. Так, пробуем их растянуть, чуть-чуть припустить, подогнать под нашего персонажа. Увести чуть-чуть его в бок и смотрим, попадет он на них, нет. Так. Вот сейчас он на них попал. Ну, пусть он на краю тоже здания не стоит. Так, это значит чуть-чуть здание в бок увести. Смотрим, чтобы он не... Так, вот, цепляет уже, видите? Вот эту штуку, так вот так ее, значит, поставить. Так. Что тут по ступенькам еще?
Так, тут еще поезд, что ли, приподнимать на, ну-ка, раз. Так, ну давайте перепишем тогда анимацию лучше, чем вот этом. Ого! Ну нифига ему придется подниматься, да? Так, а ну-ка. Так, и тогда этот дзи уводим. Да, давайте анимацию лучше переписать. Надо, ну-ка, пост, постмод. И значит здесь уже. Так, что тут у нас получается? G. Он ногу становит. R он ее перекручивает. Уводит чуть в бок. R поправляем. А, и прописка, ненужные кадры, delete. И значит вот это все просто припустим. Значит, выберем руки, тазовую кость, опускаем его пониже. G. Опускаем ему ноги. А, и прописка. Ну-ка. Так, а если вот это убрать? Так, где-то вот тут, да, он должен. Так, это 200-й. Так, английская А. Удаляем. И лучше переписать тогда. Раз. На 220-м что он должен сделать? Он, значит, должен приподняться на парапет. Так, чуть-чуть он наклоняется. G вытягивается на полную ногу. И эта G нога, значит, должна подтянуться. G вот где-то так. Вес у него должен, значит, уйти на эту ногу. Значит, RG. А, и прописка 20, и тут 25 уже он должен, значит, ногу эту поставить. Так, и облокотиться, значит, ну, выровняться, да? Так, сумка.
Ctrl-Z, не то выбираю. Так, чемодан чуть в бок. Alt-G, Alt-R. Тазовая кость, а ну-ка. R докручиваем. Так, R и, значит, тазовую кость, G поднимаем. Корректируем руки, чтобы они не висели на одном месте, да? Так, а ну-ка, вот эти, если без тазовой кости выбрать, Alt-G, Alt-R, не катит, да? Что-то тут с костью таза, да? Так, и сумку надо чуть-чуть, раз, он как бы расслабляет ее, да, и к ноге. Она тяжелая. Так, а эту руку он как бы вперед тоже уводит. И чуть-чуть, значит, выпрямляется и, значит, смотрит на часы. А, и... Так, потом... Чуть-чуть, значит, опускает голову. И, значит, смотрит по сторонам. А, и... Так, наверное, здесь голову надо Alt-G, Alt-R. Пропишем ее. И, значит, здесь лучше пусть он голову приподнимет на следующем кадре. И тело тоже. Ну и рука, раз тело поднимается, и, значит, чуть-чуть, значит, ключица. Так, тут ключица тоже приподнимается, и вот эта штука тоже. Так, смотрим, что тут теперь, значит, по анимациям. Ноги, да? Так, здесь вот он раз, вступает, здесь вот, оп, и получается, что вот этот кадр, наверное, будет лишний. Так. Так, а ну-ка, что тут? Так, ну это можно, Object Mode еще, значит, паровоз чуть-чуть подрегулировать. Так. Так, смотрим, что он тут. Оп. Чтобы на весу тоже не был. Так, а ну-ка.
Как это размер изменился поезда, да? Если размер поезда сделать, а ну-ка побольше, то тогда он, наверное, точно попадет. Но попасть-то он попадет, но у него, так, а ну-ка, размер увеличится, ну, в смысле, вагонов больше, да? Так, а ну вот эта хрень пока не нужна, ее можно аж скрыть, да? Так, и получается, если он так, вот это он здесь, так, это он должен стоять на нем. Так, и когда он спускается, значит, раз, 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 раз. Вот здесь он уже попадает. Но надо чуть-чуть его отодвинуть. Так. Так, еще тогда отодвигаем. Так. Так, ну здесь вроде бы как бы он, наверное, попал. А ну-ка. Ну, не совсем, как говорится, да? О. Тогда, значит, что? Надо его было с тем вагоном, с которым я делал, сюда и закидывать. Вот это было праведнее. Так, раз. Вот такая хренотень, да? Но здесь первый кадр можно подправить. Это значит постмод, площадку. Так. И на первом кадре площадку можно, допустим, раз приподнять, да? Тогда вот эти все кадры нафиг не нужны, потому что площадка стоит на месте. Так, и что получается? Угу. Так, непонятно. Так, а если я поезд еще выше подниму? Так, в принципе, видно, что он стоит, да? Но тогда вот здесь вот так он должен стоять. Вот так хотя бы. Угу. Так, опять что-то я не пойму.
Так, здесь же вот он становится здесь. Так, значит, вот он, оп, становится, все, вот он вышел, посмотрел на часы, но тут еще я доработаю потом эту штуку. Так, что у него? Так, давайте по ногам посмотрим. Да что ж тебя опять так колбасит, а? Так, раз, два. Так, а ну-ка. Этот девит. Прописку делаем и. Так, 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 так. Прописка. Так, так, тогда вот здесь что-то кадров дофига. Вот эти кадры тогда delete. Так, этот кадр G R А и прописка. Так, тогда эти тоже delete. Так, это тогда R, G, короче, косяка я упорол, и приходится переделать то, что я уже сделал. Так, раз. Так, этот G. Так, тут что? Так, ну здесь он вроде бы попадает. Так, здесь что у него происходит? Так, вот этот тоже delete кадр. Тут вроде нормально.
Так, здесь тогда ногу поднимаем. Так, это нога. Один кадр тогда делит. Так, а тут попробуем вот этой штукой переиграть, да? И Shift D площадку, значит, на первый кадр, а это значит Delete. Ну, такая получилась, короче, штукенция, потому что нужно было с вагоном все это дело с тем закидывать, с которым я работал, да? Так, тут что у нас получается? Так, 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 и смотрим, что получается. Alt H, возвращаем, значит, вот эту штуку. Alt H. Так, и опять почему-то здание не попадает. Да что ж это за штука такая? А ну-ка. Угу.
Так, ну как у Pixar тоже такая штука будет. Косяки где-то, да? Так, и вот что мне не нравится, это значит, что Ctrl-Z. Здание, значит, вот так ее чуть расширим, чтобы парапет был больше. И вот это все дело подставим, да? Так, и на 250-м давайте пусть он, так, семерка на нампаде, это пока, где он там, чтобы его найти. Alt-G, Alt-R. Так, да? Посмотрит в эту сторону. Так, вроде вот он постоял, все нормально. Ну, гражданин, в принципе, приехал. Так, смотрим, что у нас со станцией. В принципе, что, большие двери на станции это нормально, большие окна тоже. Чтоб все просторно было. Так, это все нормально. Так, вот он слазит. Все он становится. Высота нормальная. Даже, возможно, очень большая, да? Давайте попробуем сплюснуть еще. А, не здесь. Так, это 270 кадров ставим. Так, я тут ничего не натворил. Так, теперь, значит, здание выбираем. Ну, в принципе, да, вот такой масштаб это нормально для вот этого, значит, для этой станции, да? Так, теперь вот я ее уменьшил. Опять надо ее выше поднимать и как бы сейчас опять что-нибудь не натворить. Так, а ну-ка, G. Так, проверяем опять же. Ну, ступеньки вроде не сбились, здание вроде бы нормальное. О, станция прям есть, где развернуться, людей поставить. То поменьше было, значит, здание, да? Так, ну и давайте файл закинем сюда, импорт. FBX, значит, опять же шериф и опять же небо. Поставим побольше неба. Так. И теперь 0.
Добавим камеру еще, да? 0 на нампаде, Shift F. Так, так, так. Нижний ракурс. И значит на камеру ставим 6000, да? Потому что небо далеко, и чтобы ты 6000, ну, 6 километров дальность была видна, да? Так, ну, в принципе, что? Так, теперь вот еще по небу разобраться, где она тут. Вот она, да? G. Так, 0 на нампаде. Ну, в принципе, что, нормально, оттуда он приехал. Там можно еще на дальнем плане там поставить какие-нибудь повозку, вагонетки, там еще что-то, да? Так, Shift F, это потом нужно будет посмотреть, как это все хорошо снять, с чего начать, там вот, как может анимацию переделать, чтобы он смотрел именно на камеру, да, или вот отсюда его как бы снимать, чтобы там вот вдали пояс было видно, да? Но это уже, как говорится, другой момент. Давайте я это сохраню пока. Так, сейф сохраняется. Потом я еще поработаю, значит, здесь над анимацией. Возможно, еще что-то тут будет добавляться, что-то подшлифую. Вот. И потом будет конечный результат, словом, да. Еще нужно сделать анимацию, возможно, где он выходит, ну, с этого, с вагона, и показать его ноги, потом крупный план на него, короче, ну, там уже посмотрю, как это все дело обыграть. Так, еще раз сохраню, вдруг что-то, вот, написал, сейф, сохранилось. Что-то мышка у меня теперь не догоняет. Так, ну теперь еще одна штука, которая будет, да, это Open. Так, по пути с инвалидом. Так. А ну-ка, приезжий, что тут у нас получается? Так, это голый базовый. Так, вот еще анимацию я сделал, значит. Финт Мессинг. Здесь он, значит, ставит чемодан и начинает разговор, значит, с инвалидом. Тут еще анимацию рта надо доделать и еще добавить кое-что. Это я займусь в следующий раз. Пересохраняю сейф. И, значит, сюда, вот сюда. Так, где тут базовая? Вот она, да? Вот сейчас с этим делом будем разбираться. Delete. Сразу файл save as. Это будет, значит, приезжий в повозке. Так, и линкуем сюда повозку. Файл link. Так, S. Что-то он у меня подтуплять стал. Так, 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 так. Значит, G. Подставляем, уменьшаем повозку. Так, давайте по коню вот так вот подгадаемся. Так, и значит, в бок сюда увести. Ну, в принципе, не буду показывать, как он будет залазить, да? Пусть он сразу сидит в ней и едет. Так, значит.
Ну, давайте еще чуть-чуть, наверное, побольше. Сейчас подгадаемся. Postmod. Площадку выбираем G. Сажаем. О, какой-то он мелковатый, да? Дядька этот больше его. Это не есть гуд. Так, а ну-ка выбираем наших этих гавриков, да? Так. Ну, к лошади он нормально вроде по размеру подходит. И дядька вот этот, возможно, его уменьшить надо будет в этом, в основном файле. Сейчас все это дело давайте посмотрим. Так, значит, G. Так, это он расслабляется. Тут, короче, он едет, да? Что-то как-то брычка какая-то маленькая стала. Это не есть гуд, да? Угу. Ну так вроде по размеру. Ну, что-то брычка для двух человек вообще будет мелковатая какая-то. Это да, это не есть. Ну такая вот. Так. Такая вот брычка. А, и прописка. Смотрим вот эту руку. Ехать он должен как барин. То бишь, значит, рука у него должна локтем лежать, значит, вот на этой штуке. И рука должна быть, ну, свисать. Вот так вот. Угу. Эта ключица должна у него быть расслабленная. Эта ключица, да, чуть поднятая. Так. Эта рука перекрученная. Так, эта ключица G опущенная. Так, еще вот эта кость R на расслабуху его гоняет. Так, как бы, да. И вот рука не лежит. А ну-ка, раз. Во. Вот теперь она лежит. Так, так, так. Ноги стоят. Все это дело прописано. А, и прописка. Здесь получается 30 кадров. И смотрите, куда едет карета, да? Так, смотрим. Угу. Так, и тазовую кость прописываем. Вот эту вот. R. И здесь, значит, он в эту сторону. И первый кадр, Shift D на 30 кадр. Ставим ему пока 30 кадров.
Так, и давайте ему ногу одну по блатному поставим, да? Так. R, G. Вот так он будет ехать. А. Пардоньте, так, вот эта нога, да? Тогда R, G. Так, ну уже веселее. Так, тебе нужно найти еще сумку. Где-то сумка ж была. А сумка, вот она, да? Тройка на нампаде, значит, G. И как бы, наверное, боком вот так, хоп. Когда я ногу закрою, да, будет неприкольно. Так, а если я его, в принципе, так, а если вот сумку не к нему ставить, а вот, допустим, R где-то сзади она пусть стоит, и потом можно будет добавить какую-нибудь штукенцию, которая будет ее как бы держать, да? Ну так как бы. Какую-нибудь площадку надо добавить. И прописка. И получается вот такая вот картина. Так, нужно вот еще ремни переписать чуть-чуть, да? Так, и персонажа чуть-чуть, наверное, уменьшить надо. Так, вот эта штука сохраняется, значит, файл save as приезжий в повозке, да? Все это, значит, сохраняем. Заходим на саму повозку. Сейчас файл open, где она тут находится. Так, а ну-ка, link, да? Вот этот файл, тройка на нампаде, выбираем rig кости и заходим в postmod, выбираем вот эти кости. Так, на первом кадре смотрим G, опускаем их пониже и прописка Shift-D на последний 30-й. Потом все это будет пускаться, значит, по пути. И будет, наверное, веселее. Так, и теперь заходим в Object Mode, выбираем нашего линкованного вот этого персонажа, и надо его немножко как бы подсадить, как бы подкорректировать. Во. Так, а если его еще чуть-чуть S уменьшить, вот так вот будет, наверное, получше. Так, а что с этой штукой произошло? Сейчас посмотрим. Надо ее тоже прописать. Это значит в postmod выбираем карету.
И делаем ей R. Shift D на последний кадр. И на 15-м, значит, R в эту сторону. Так, не сильно она заваливается. Что-то мне кажется сильновато. Давайте чуть-чуть поменьше. Вот. И. А тут, в принципе, нормально. Так, файл сохраняем. Файл сейф. И заходим опять, проверяем, что у нас приезжий в повозке делает. Так, и кому принадлежит вот эта анимация? Это что тут, что тут делает? Так, нужно теперь, значит, этому персонажу текстуры глаз подключить в основном его файле, да? Так, и значит, что? Ну, в принципе, что? Все едет, все... Как бы трясется, все нормально, медленно, все хорошо идет. Если будет, допустим, все показываться, ну вот, вот так, если по пути его пустить, там другой ракурс, что он там, допустим, мимо проезжает, вот так раз там проехал, да, но тоже с этим нужно, как бы сказать, поработать. Вот. Файл сохраняем. И все это будет делаться, линковаться, пробоваться, делаться аниматика. А потом уже буду смотреть именно, что тут нужно добавить, кого где. Пока вот на минималках, да, вот это все сделаться должно. Так. И это потом закинется в Deadwood. Будет шикардос. Вот этот файл закинется полностью, когда по пути. Ну, давайте проверим сразу, раз уже такое дело пошло. Попробуем его пустить по пути. А. Так, не А, а сделаем Shift A. Добавим. URL добавим патч. Зайдем в Edit Mode. Семерка на нампаде. R сделаем, значит, поворот патча. Выберем вершины и, значит, тройка на нампаде. Смотрим, сколько он должен проехать. Я думаю, побольше. Ну, так где-то. Так, все это дело сделано. Теперь Object Mode. Выбираем, значит, полностью вот этого риги и, значит, этого персонажа. Так, через Shift выбираем путь, Ctrl-P, патч констрейны, подключилось, выбираем, значит, вот этого персонажа, так, анимация, все, он пошел. Теперь нужно выбрать путь и на путь, значит, поставить 700 кадров. Так, здесь ставим 300. Ну, давайте пока 300, да? Enter. Так, смотрим. Все, видите, остановилась анимация. И у мужика, у этого. Так, а у этого не остановилось? Этот вроде едет еще, да? Так, а ну скорость какая у него была? Так, заходим
на мат этот и делаем клик на 300 кадров, растягиваем анимацию. Все, здесь анимации нет, нужно в этих кадрах ставить тоже по 300 им. Так, колеса, что там? Вот колеса крутятся, драйвера работают нормально. Так, файл save as, сохраняем уже другим файлом, потому что если в этот файл, ну, переписать и удалить путь, пропадает анимация почему-то. Поездка, это значит плюс. А, это надо написать поездка по пути. По пути. Угу. Теперь файл open находим темный в повозке. И вот этому темному в повозке ставим 300 кадров. Сохраняем файл save. Так, есть такое дело. И теперь заходим, находим вот это персонажа, массовка на карете. Вот он. И значит, ему поставим тоже тут 300 кадров. Так. Давайте попробуем глаза ему подключить. Шейдеры. Open. Найдем шерифа и возьмем у него пока глаза, а потом уже его найду. Так, есть файл save. И заходим теперь в основную линкованную, где вот это вот по пути. Так, и вот не хотят они вот так все делаться. Такая болезнь уже, значит, была. Это, получается, нужно нашего персонажа залинковать на коня. Иначе все это дело не будет работать. Вот такая фигня. Тогда находим файл. Так, 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 так. Тогда вот это все удаляем. А, в принципе, что удалять? Open. Хорошо, что у нас есть другой. Так, и тогда попробуем вот это все удалить. Так, а вот это файл save, сохранить. И заходим тогда в open, где, так, приезжий, темный в походке. Так. И сюда попробуем залинковать, значит, нашего персонажа. Линк, приезжий. Повозки, коллекция, коллекция. И вот какая хрень с ним происходит, что его как бы нету. Что-то там отключилось, я не знаю, я его не могу никуда залинковать. Вот это вот хренотень какая-то с ним происходит. Если кто-то знает, что это за фигня, да? Подскажите. Ну, пока вот такой результат. Значит, как разобраться с этой, что он еще, ну, не видит его, значит, вот это линковка. Разберусь и потом в следующем ролике, значит, посмотрим, как это дело решается. Все, всем пока, до свидания.